Всем привет, ребята, с вами я, Денис, и сегодня я расскажу, как получить секретное оружие в Multiland. Для начала нам нужно создать сервер в мультиплеере, и надо, чтобы кто-то в них зашел. Сейчас я попробую, буду подключать самого себя. Короче, сейчас. Итак, вот я уже себя подключил, новенький, это буду я. Вот он, вот. Итак, так как я читер, мне нужно отключить читы. Сейчас я... Ну, годмоден. Нам дико надо отключить, и все. Так, я беру... Какое-то оружие, например, пистон, и я... Ой, забыл, для начала нам надо взять 3 яблока, свободный сет инвентаря, сейчас, вот, 1, 2, 3, 3 яблочка. Берем и убиваем. Бьем. Так, вот меня уже убили. И вот у нас в руках вот 3 предмета. Но если если включить третье лицо, то мы получим секретное оружие. Из него нельзя будет выстрелить, но с ним можно будет ходить. Но если переключитесь на какой-то другой сет, то он пропадет. Это, в принципе, логично. Ну, вот такой интересненький баг у нас получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Денис. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.